Результаты президентских выборов в США в 2024 году привлекают большое внимание общественности. И есть одна неизбежная вещь. Государственный долг США будет стремительно расти независимо от того, кто займет это кресло президента. Экономисты уже бьют тревогу, прогнозируя, что стоимость предлагаемых партиями экономических мер может обойтись стране в 15 триллионов долларов в виде дополнительного долга за ближайшее десятилетие. Таким образом, оба кандидата, исходя из их заявлений, лишь будут способствовать дальнейшему росту долга. Но что представляют собой эти меры и как страна оказалась в этой критической точке? В этом видео мы как раз-таки детально разберем финансовые вопросы, которые определяют будущее экономики США. Мы рассмотрим ключевые предложения двух ведущих политических лагерей. Одни выступают за расширение социальных программ и повышение налогов, другие же – за значительные тарифы, особенно против Китая, и налоговые послабления. Но к чему это приведет в долгосрочной перспективе? Какие риски несет в себе растущий государственный долг? Может ли это спровоцировать инфляцию, рост процентных ставок или даже глобальные финансовые потрясения? Давайте разбираться вместе. Для начала давайте посмотрим, как США дошли до такого состояния. Совсем недавно государственный долг США перешагнул ошеломляющую отметку в 35 триллионов долларов. Это значительный скачок, который вызывает беспокойство как и у экспертов, так и у граждан. Рост долга, вызванный главным образом расходами на борьбу с пандемией и продолжающимися экономическими трудностями, привел к тому, что национальный долг превысил 122% ВВП США. Для сравнения, до пандемии этот показатель составлял около 106%. Масштаб этого увеличения указывает на надвигающиеся проблемы, которые могут представлять угрозу для будущего экономики США. Одной из наиболее острых проблем, связанных с ростом долга, является стоимость его обслуживания. В прошлом финансовом году США потратили почти 892 миллиарда долларов только на выплаты процентов долга. А еще более тревожным является то, что если не принять корректирующие меры, расходы на обслуживание долга по прогнозам составят около 13 триллионов долларов за ближайшие 10 лет и достигнут 1,7 триллиона долларов в год к 2033 году. Только вдумайтесь, триллионы долларов будут направлены исключительно на выплату процентов, забирая столь важные ресурсы из таких ключевых сфер, как здравоохранение, образование и инфраструктура. Последствия могут быть очень серьезными, и если ничего не менять, то эта финансовая нагрузка может кардинально изменить экономический ландшафт страны. Так, что же предлагают Трамп и Камала? Могу сказать, что при любом раскладе ситуация выглядит не лучшим образом. И аналитики тоже об этом говорят. Что именно будет означать президентство Харрис или Трампа для национального долга? Похоже, в обоих случаях ничего положительного не предвидится. За последние годы стоимость жизни очень сильно выросла. И, возможно, вскоре эта высокая стоимость ляжет на плечи федерального правительства, что приведет к дальнейшему увеличению государственного долга. По данным недавних опросов, примерно 41% населения считают инфляцию главной экономической проблемой на выборах 2024 года. Эта тревога разделяется обеими партиями, хотя среди республиканцев она выражена сильнее – 56%, а среди демократов – 28%. Последствия инфляции ощущаются во многих сферах жизни – от роста цен на продукты и топливо до увеличения расходов на жилье и здравоохранение. Даже те, кто имеет более высокий доход, корректируют свои привычки в связи с инфляцией. Такое повсеместное влияние привело к общему ощущению экономического пессимизма, несмотря на то, что некоторые показатели свидетельствуют о восстановлении экономики после пандемии. На этом фоне снижение налогов стало одним из главных предвыборных обещаний обеих основных политических партий. Например, бывший президент Дональд Трамп предложил сохранить льготы по налогам на доходы физических лиц и наследство, введенные в 2017 году, а также снизить корпоративный налог и отменить налогообложение социальных пособий. В ответ на это вице-президент Камала Харрис также выдвинул свои налоговые инициативы, включая обещание не повышать налоги для тех, кто зарабатывает менее 400 тысяч долларов в год, и меры по борьбе с завышением цен со стороны корпораций. Эти обещания направлены на снижение финансовой нагрузки на американцев за счет уменьшения их налоговых обязательств, что повысит их располагаемый доход. Хотя снижение налогов привлекательно для всех, мало кто задается важным вопросом о том, где правительство возьмет деньги для покрытия этих налоговых льгот. Вице-президент Камала Харрис изложил свою амбициозную программу «Новый путь для среднего класса», масштабную политическую программу, которая обещает расширить налоговые льготы, обеспечить большую поддержку детям и семьям, а также сократить расходы в таких важных областях, как здравоохранение и жилье. На первый взгляд, эти предложения могут показаться столь необходимым спасательным кругом для американцев среднего класса. Однако за этими планами маячит темная тень. Риск, который часто игнорируется в политических дискуссиях – потенциальный взрыв федерального долга. В интервью каналу CBS ее спросили, как она собирается оплачивать все эти инициативы. Вы планируете предоставить налоговые льготы для тех, кто покупает жилье впервые? Да, хочу. И людей, которые открывают малый бизнес? Верно. Как вы собираетесь это финансировать? Мой экономический план укрепит экономику Америки. Его план, наоборот, ослабит ее. Прошу прощения, мадам вице-президент. Но вопрос был в том, как вы собираетесь это оплачивать? По прогнозам, в
период с 2026 по 2035 год эти программы могут привести к увеличению дефицита бюджета на сумму от 5 до 10 триллионов долларов, создав финансовое бремя, которое может быстро выйти из-под контроля. Это не просто цифры на бумажке, а настоящая бомба замедленного действия, угрожающая стабильности экономики США. Харрис стремится сбалансировать часть расходов за счет повышения налогов на корпорации и богатых людей, что соответствует мерам по увеличению доходов в бюджете президента Байдена на финансовый 2025 год. Однако, даже при таком повышении налогов, ее планы все равно не смогут полностью покрыть расходы. Расчеты показывают, что повышение налогов сократит дефицит лишь на 3-5 триллионов долларов, оставив пробел более чем в 3 триллиона долларов. Что в итоге? Соотношение долга к ВВП может к 2035 году составить 133%. Это опасный скачок на 8% по сравнению с текущей траекторией. Этот сценарий несет в себе множество рисков, включая резкий рост процентных ставок, замедление экономического роста и в худшем случае финансовый кризис, который может подорвать способность страны выполнять свои основные обязательства. Тем временем, Дональд Трамп придерживается совершенно иного, но столь же опасного курса. Его программа из 20 пунктов и последующие политические заявления сосредоточены на крупных налоговых сокращениях, увеличении расходов на национальную безопасность и мерах по защите торговли. В центре финансового плана Трампа расширение и изменение закона о налоговых сокращениях и рабочих местах 2017 года, а также новые идеи, такие как освобождение от налогов доходов за переработку и отмена налогов на пособия по социальному обеспечению. Эти меры, хотя и пользуются популярностью у его избирателей, но дорого обойдутся государству. По оценкам экспертов, только налоговые сокращения Трампа могут увеличить национальный дефицит от 7 до 15,5 триллиона долларов за аналогичный период, причем среднее значение составит около 10 триллионов долларов. И на этом траты не заканчиваются. Программа Трампа включает в себя значительные инвестиции в оборону, здравоохранение и долгосрочное медицинское лечение, что усугубляет нагрузку на государственный долг. Согласно среднему прогнозу, к 2035 году долг США может достичь 142% от ВВП на целых 17% больше, чем при текущем курсе. Представьте себе, что такая долговая нагрузка может означать для американской экономики. Снижение доверия к доллару США, стремительный рост стоимости заимствований и ограниченная возможность финансирования важных общественных услуг. В худшем случае план Трампа может привести к росту долга на более чем 15 триллионов долларов, что создаст предпосылки для потенциального финансового кризиса беспрецедентных масштабов. Как бы драматично ни выглядели эти цифры, это возможная реальность. Предложения Харриса и Трампа сопряжены с целым рядом неопределенностей, которые могут еще больше склонить чашу бюджетных весов на опасную территорию. Во многих из этих предложений не хватает конкретики, а экономическая реакция на их реализацию может оказаться непредсказуемой. Поведенческие факторы, такие как уклонение от налогов или изменения на рынке труда, могут привести к дефициту, превышающему ожидания. Комитет, ответственный за федеральный бюджет, предоставил различные оценки расходов, и риск потенциальной финансовой катастрофы нельзя игнорировать. Ставки высоки. США уже столкнулись с рекордным уровнем государственного долга, а следующая администрация столкнется с суровой финансовой реальностью. Реализация любого из этих планов без тщательного и жесткого надзора может привести к тому, что страна окажется за точкой невозврата. Растущее долговое бремя ограничит способность федерального правительства реагировать на будущие кризисы, будь то рецессия, чрезвычайная ситуация в области здравоохранения или необходимость инвестиций в важнейшие объекты инфраструктуры. Интересно, что государственный долг США вырос до беспрецедентной суммы в 35,8 триллиона долларов. Сумма настолько огромна, что ее трудно представить. Только за последние 3 недели долг вырос еще на 473 миллиарда долларов. Что вызывает как шок, так и озабоченность. Но почему это так важно? Стремительный рост федерального долга – это не просто абстрактное число на правительственном счете. Это бомба замедленного действия, которая вскоре может пошатнуть саму основу американской экономики. И все же ее растущая тень, кажется, проносится мимо незамеченной, затмеваемая более насущными проблемами. Так что же стоит за этой тревожной тенденцией? Одним из главных виновников является неуклонный рост процентных платежей. В 2024 году эти выплаты превысят ошеломляющую сумму в 1,2 триллиона долларов. Это означает, что каждый американец заплатит по 3,5 тысяч долларов только для того, чтобы покрыть проценты, а не основную сумму этого госдолга. Это как будто США взяли ипотеку на всю страну, которую никак не могут выплатить, а проценты продолжают накапливаться. Этот непрекращающийся цикл буквально погружает страну под гору финансовых обязательств, и выхода пока не видно. Еще один важный фактор – постоянно растущие расходы на здравоохранение и социальное обеспечение. С ростом числа пожилых людей, нуждающихся в этих услугах, финансовая нагрузка достигает критического уровня. Миллионы американцев зависят от этих систем, но их постоянные расходы приводят к тому, что страна все глубже погружается в бюджетный дефицит. С увеличением числа пенсионеров и ростом продолжительности жизни, нагрузка на эти социальные системы будет только расти, толкая долг на новые рекорды. Но что это значит для будущей стабильности американской экономики? Последствия этого стремительного роста долга уже ощущаются в экономике. Одним из этих эффектов является инфляция. Чем больше государство берет в долг, тем больше денег поступает в оборот,
что снижает покупательную способность доллара и повышает цены на товары и услуги. К тому же стремительный рост государственных займов вытесняет частные компании. Этот феномен, называемый вытеснением или же crowding out, делает заимствование более дорогим для бизнеса, снижая их возможность для инвестиций и роста. Предприниматели и работодатели сталкиваются с трудностями при попытке получить деньги, необходимые для развития. Если такая тенденция сохранится, долгосрочные перспективы экономики могут быть серьезно подорваны. И это лишь верхушка айсберга перед более широкими финансовыми вызовами. По мере роста задолженности начинают расти и процентные ставки. Это, казалось бы, абстрактное понятие, напрямую затрагивает каждого гражданина страны. От ипотеки до студенческого кредита, от выплаты за автомобиль до процентов по кредитной карте. И стоимость всех этих заимствований растет для всех. Если эта траектория не изменится, будущее выглядит мрачновато. По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, в течение следующего десятилетия государственный долг может вырасти до 50 триллионов долларов. Такой взрывной рост долга неустойчив. Если инвесторы потеряют веру в способность правительства США управлять своими финансами, последствия будут неблагоприятными. Стабильность американского доллара и, как следствие, глобальная финансовая система могут быть повергнуты в хаос. Представьте себе мир, в котором правительство США рассматривается как финансовый риск. Что произойдет, если самая надежная экономика в мире станет ненадежной? Так почему же, несмотря на все эти явные предупреждающие знаки, на эту проблему никто не обращает внимания? Проблема государственного долга похожа на медленно надвигающийся ураган, который вроде как назревает, но еще не ударил. Поэтому легко отвлечься на проблемы, которые доставляют боль прямо здесь и сейчас, такие как безработица, здравоохранение и образование. Но пока приоритет отдается этим краткосрочным задачам, долгосрочные последствия неконтролируемого роста долга сгущают грозовые тучи на заднем плане, которые игнорируются, пока не станет совсем поздно. Действительно ли США готовы к финансовым трудностям, которые их ожидают, или же они бездумно двигаются к пропасти, которую вырыли своими собственными руками? Поэтому пока предвыборные обещания звучат сладко, нужно помнить, что США за них придется заплатить огромную цену, независимо от того, кто будет избран. А вот что можно сделать бесплатно, так это поставить лайк под этим видео и подписаться на канал. Спасибо, что досмотрели, увидимся в следующем видео. Всем пока!